В российской армии появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России. По данным издания, новые подразделения уже сформированы в Хабаровске и Новосибирске. Они состоят из 10 автомобилей с аппаратурой, налаживающей устойчивую сотовую связь в радиусе до 30-40 километров от передвижной вышки. Кроме того, новые устройства создают закрытые зоны обмена информацией, а также обеспечивают хорошую связь в зонах стихийных бедствий и в отдаленных районах. По мнению экспертов, подобная сотовая связь будет пользоваться у военных большим спросом, несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов. Напомним, в 2018 году сообщалось, что командирам с допуском к информации особой важности выдали защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Аппарат способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе и за границей.